В Верхней Волжье при господдержке будут производить импортозамещающее оборудование. Помощь из бюджета получат два предприятия – Тверская механическая компания и ЗАО «Хлеб». Такое решение было принято на заседании бюджетной комиссии при региональном правительстве. В частности, Тверской механической компании предоставят льготный заем на локализацию выпуска оборудования для горизонтальной разметки и содержания автодорог. Это позволит освоить производство поршневых насосов для безвоздушного нанесения краски. Для производственной линии планируется закупить металлообрабатывающие центры с ЧПУ. Продукция станет первым российским аналогом товаров импортного производства. Объем выпуска составит порядка 100 единиц в год. Выход на проектную мощность предусмотрен в будущем году. На заседании также одобрено выделение льготного займа ЗАО «Хлеб». Средства направят на закупку техники для линии нарезки и упаковки хлеба, сырья и материалов. Запуск линии планируется в 2024 году. Модернизация производства позволит предприятию увеличить на 600 тонн выпуск хлеба в нарезке.